Здесь нету. Может, свет? Заходи. Да, заходи. Напал. Кашка зайдешь. О, на Вилаша зашло. Съебаните шкаф с умным. Так она же зашла. Ну, она выдаст только зашла. Локи, Локи. Что там пишешь? Че синтек? А? Нормально все? Почки зацвели. Нормально все, нормально. Кинулся, блядь, чуть не откинулся. Почки не печень, ничего страшного. Бля, на секундочку, одна печень. Ой, бля, все готовы, почка. Пью. Пьешь? Пью. Не дразни, синтек. Стальная печень. Синтек, стальная печень. Готовимся, поближе подходим. Давай еще, блядь. Вот, на счет три начинаем. Раз, два, три. Уже выходим и переводим. Треугольник, успеете добежать? Прием. Захиливайтесь на фул. На фул, на фул быстрее. Отдай. Уже выходите. Так. Красный. Choking.
Зелёнка. Так, сейчас лужа будет скоро после откидки, смотрите. Не люблю, что выкинул, я спрашиваю. Лужи отбегайте, лужи отбегайте. Понял, хорошо. Пизда, блядь, что это? Синтек, не люблю щиты, Равис 228 есть. Я вылетел, вылетел. А, хорошо. Только Равис тогда 228. Пробуем 4 хила. Красный. Сука, пробуем. Гламурчину ману залейте, друиды. Красный объем. Вилания, блядь. 228, ты вставать собираешься? Это пиздец какой-то, блядь. Я в ахуе просто, блядь. Ну попробуем, посмотрим. Нет, ебаный в рот, нахуй. Пельмени. Зелёный. Больше по профу стараемся, после зеленого надо перевести. И то, и другое бейте. Лужи отошли. Захиливаем. Вот 228 стал, нихуя. Захилите, 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 захилите. Проф далеко, блять. И по профу дохуя сразу играйте. Сразу фул по профу, прям не стопайте ничего. И возле треугольника будьте недалеко. 7 секунд, 2%. Вярим. 1%. 3 секунды. Нормально успеваем. Все, пошла фаза. Треугольник с зелеными. Если что, хуево будет хилам. Массакры, не жалейте прям сейчас ничего. И захиливайте. Если что, кто там, шалфир или антины хп сдадите, если будет хуево. Так. Захильте, захильте. Все, так, Вадикон первый ворует. Геру фул ДПС. Лучше выходим. В сове примерно держи. Так. Отошли пельмени. Так, один он забрал, да? Синтек, сука. На это. Shadow Knight, дай на ману. Там тотем последний, иммунит, если что есть. Так. Лапу? Как Седжу сдох, нахуй. На мне 3. Так, следующий хулидринг забирает. Он кого подряд танчит? Так, хулидринг один, да? Так, на Вилаше пока один, я вижу. Так, второй. Третий. Все, сейчас. Так, этот самый Бурибай, давай, готовься. Так, следующий заберешь. Сейчас два на нем пока есть. Главное, в луже не сдох. Выйдите, выйдите, сука! Играйте аккуратней, нахуй. Три на Вилаше. Я забрал, не таунтить сейчас. Сейчас не таунтить. Пусть один на мне повешает. Все, добьем просто со мной. Ой, да хилим. Хильте, блядь, дайте на хп быстро что-то, захильте рейд, поднимите, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Два хила у вас просто. Ну хильте, помогайте нахуй, ну стопайте дамаг, там лям другие добьют, выходим сюда. Главное, захильте людей, которые с этой хуйней, со стаками нахуй. Что убили? Пизда, блядь, это такой напряг нахуй. Есть, сука. ГЦ. Вот она. Упала, да? Да. Это пизда, это такой напряг, нахуй. Я ебу, блядь. Так. Наконец-то.
Лёха, бэушную колбу забирать будешь? Да, конечно. Распылишь, короче, и мне кристалл дашь. Понял. Пошли дальше совет. Так, ну я на двоих. Вилаша на одном. Побежали хуярить. Сегодня вторник, блядь, завтра последний день. Задача Лича на этой неделе захуярить. Чтобы Волка у нас, чтобы Волка пойти со столом. Еще главное, чтобы те, кто с ачивкой, чтобы зашли, блядь. А вы вчера в ЗСе, да, были, значит? Угу. И все хорошо у вас там было. Угу. Только воронки не подали. А к воронке надо ходить, там стараться там это. Пол трэш чистить. Трэш чистить. Ну, с трэшем мы получили два маунта и сколько там? Три вешки. Что-то я посмотрел, там тысяч по 16, нахуй эти сапоги стоят, блин. Скажи, неплохо слышно. Метательное, дорогое, если падает. А метательное там какое? На ДД, ну, да? На ловкость на ДД, что. На вары, роги, блядь, берут, кат. Да, варфу. Теперь бы тренирую еще с ДСки. Какой? Плетение змеиных колец. Это волна так, тупо. Это закрыть, что ли? Это волна тупо надо убить. Волна тупо убьем. Это та, что на АП. А, на АП, которая. И работает. Скорость АП. А, подожди, та, которая дает АП и типа доп урон, да? И урон ядом наносит. Ну, и доп урон, короче, каждые 2 секунды, да? Работает. Каждую секунду по 900 с чем-то урона. И стакается. Только она непонятно, как работает нормально. Работает она отлично, она за каждый тик, ну, стакается, и ты можешь прожать за морозом. А где она стакает? Ой, по-моему, до 6 стаков. Вот тогда мне тоже она хорошая. И ты можешь заморозить в любой момент, ну, отслеживаешь стаки. Там не профит, она, видишь, настакивается медленно. Не знаю, на ретрике она настакивается очень быстро. Там написано раз 6 секунд. Стак настакивается каждую секунду. А, ну тогда махом, тогда понятно. Алло, нахуй, может это, поконтролите, дайте гнев небес, там какое-то войско кастуйте, нахуй. Или что, нахуя вы агрите, блядь? Это пиздец, вас просили агрить? Же, блять. Гнев небес, быстрее расконтраливать, сфиривайте мобу. Все убивается спокойно. Они один хуй же, что гнев небес. Просто урон им наносит, но не там. Он изгнание зла, блять, в них кастуйте, и все, пускай они бегают нахуй. Вихрь, блять, там. Вот все добьете уже. Не знаю, нахуй, я походу еще раз сдох. Нет. Ну я почему-то лежу, у меня 0 хп, нахуй. Что, какой, кто, кому достанется сверх обезьяна? Да и этого. Я зеленку пособираю. Ага. Блять. Взял с панели рыбу, выкинул, блять. Правильно, нахуй. Ты только это, не сердись, нахуй, ты сейчас кикать начнешь с гильды. Мысленно. Да я вообще охуел, как это рука сама, понимаешь, блядь. Я потом видос посмотрел. Я глотаю пищу. И кикаю такой, блядь. Там еще сумон пришел, блядь, челик. Я сумон принимаю, и да, такой, даже исключить из гильды, да, блядь. Привычка.
Я типа уже просто был готов, блядь, но ну, рука довела дело до конца, то есть. Типа, вон тебе топовая трынька. Серые обезьяны, блядь. А у меня есть. 10 голды, чё? Ой, блядь. А его даже сломать нельзя. Ну, ну да. Я, кстати, переживаю за Лану, что будет там в 2 хэпала в этих. Кажется, блядь. Кажется, другого хила надо. 6 хилов пойдем. Победа. 6. Шалфиров. А, кстати, это... Поле блезда и победа. Скажите, кому щит танковский нужен в Слане? Слана кирпич. Я могу тебе место уступить. Не, у тебя шея. Да ты зайдешь просто, я вердру и похилю с синтеком, а ты просто потанчишься вилаш, нормально будет. У меня массейва-то нет. Место ему-то надо? Ну, конечно. Ну, место его на Вилане усилить. Не, я просто спрашиваю, надо кому-то, нет чит? На Вилане тебе же не надо, ничего с Ланы. У него там приора нету. Щит ему не надо. Щит не надо. Ну вот его свичнем, я похилю. Ну, рарник, может быть, будет, нет? Не, ну, блядь, он шевом, он ДПС дает. Ты танчишь чаще. Визибл, вставай. Я понял, короче. Ты, короче, танканешь, я похилю. А зачем ты мне масло даешь? Да, блядь, сумки лишние валяются. Хуя себе. Мусор скинул. Я понял. Нормально. Топовая гильдия, хули. Приступайте к нам, тут, блядь, пацаны, масло раздают. Рыбу выкидывают. Лишнюю, блядь, это в Биг Дэму надо, он у нас бомж, нахуй. Ноль копеек. Можно масло что-то. Зато знаешь, бишами. Полиролями. У меня один заряд есть. Ну на, один заряд. Ну так надо еще с банка брать, но я не знаю, возьмется там, нет. Кому там масло надо? Блять, инвизибл, ты где? Ёбаная по голове, блять. Ебать. Давайте совет ёбнем, да я поссать скажу. Ты, короче, заходи на Лингрена там уже, потому что, блядь, сейчас может вместо Инвизибла, блядь. Ёбаный паровозник. Натуре паровозник. А, у меня есть заводной крушитель поезда. Короче, блядь. Я уже запустил, блядь, уже сломал все нахуй. Давай, Лингрен, плюсуй. Подамажишь тут. Куда ты попиздовал, непонятно куда, блять. Может, он еще пока вылетит. Ёбаные вы паровозники, сука, фу, блять. Сова на дорогу сел, блять. Я съебался от вас, нахуй. Ебать, бабуины, блять, еще прыгают. Пиздец, нахуй. Я спрятался, блять. Ну, блять, хули, все, пиздец. Там не слышно их, да? Все, пиздец, забагалось, ну. Да? Не слышно? Заебись. Здесь хоть не слышно. А, нет, слышно, нахуй, тутукают, блядь. Ебанутые, нахуй. Сука. Так они сейчас сюда паровоз перевезут. Это пизда, блядь. Какой даун это придумал? Я просто в ахуе. Да еще подсолнуха нету, блядь. В натуре, блядь. Сейчас, может, у кого-то... Да идите отсюда, блядь. Так, чиняк, надо подсолнуха себе купить. Сука. Хули вы мне на уши чухаете, блядь. Это пацаны здесь бафы раздают. Вот, в смысле. Самолетиками еще покидаться можно. Пизду вас. Самолетики. Я в инвиз ушел, нахуй. Машина пиво делает. Вот, вот, подойди, вот, машина пиво делает. Лингер на самолете. Сам тыкни на нее. Это целый, блядь, дом вот для гнома, ты че? Оп, оп, я оп. Помню, эту хрень сделали, нет. Блядь, мы на ребро приходим, еще актуал был. О, инвизибл. Пол рейда, блядь, раз ушло на пули, блядь. Вот пиво делает, ебать, вот. Ммм, нахуй пиво, нахуй, а заебись. Че, его вы сумоните или че? Ну че, он вернулся? Ну вон он зашел. Нам нужно холик, берите его, че, берите. Подсолох, а сколько он стоит? Ну ты не ливай, пока тогда сиди там, это самое. Ой, блядь, давайте резче нахуй, это 80 пиздец. 80 голосов. Эти выкиды, блядь. Не хватает 20. Так, на тебе рыбу. Жри быстрее. А фласки обновите. Бабуины, блядь, отойдите от меня. Чего вы, блядь, меня смущаете, блядь? Да ладно, все свои. Я что-то найти его не могу. Так, на пул на войда, если что, я двоих танчу. Заебали самолетники, блядь.
Дирижабльщики, блин. Не как там у нас. Провозник. Провозники. Инженеры-конструкторы. Топа. Правильно будет мафиозники. Ай, Рар не готов, топа нет, я понял. Дай отчет. 5, 4, 3, 3, 4. Так, первый вихрь массакру Авилания. Авилания, давай. Второй вихрь Гламурчен. Там бомба падает. Бомбы. А на бомбы не распределял. Самостоятельно в моменте бьем. Значит, Притон, Shadow Knight и Лианочка по бомбам играем. Распределяйте себе. Shadow право, Притон центр, Лианочка лево. Талдарм. Первый хуярим. Бомбы ни одной нельзя уронить. Если они не получаются у них добежать, то мы что помогаем? Бомба в центре. Смотрим. Поднимите, блядь. Алло, сука, ну поднимите, ебать. Не пускайте бомбу так низко. Начнется вакханалия, я буду материться, блядь. 3 секунды килесит. Все, на килесе-то пошли. Только без ауешного говна. Ой, туда. Бля. Не заберите ебаные эти сферы с танка. Где он там? Вы имеете в виду, танк умрет, если сферы вы заберете. Ой, сейчас откинет нас. Может точно, аккуратно, безо всякого я. Амели, не бегите туда. А, пошли. Он отошел немножко, отошел немножко. Хоть немножко, но хотя бы автоатакой. Вот 7 секунд. Валандар. Готовимся. Луна это падает, не... блять. Алло. Серджи, не бегай. Валандар бьем. Затинеры. По хилам. Бидонов, синтека. Так, не люблю щиты дал. Этот. Ебать, я лагаю, бля. Крест упал. Бля, я только добежал. Слева вон бомба тоже падает. Помогите бомбы, нахуй, квадрат упал. Как дела, блядь? Второй массакра. Ну, или набирайте рейндж получше. Сейчас немножко скинем. Так, ставь тотем Shadow на ману, читай. Инера. Все, четвертый инер не вижу у кого. Вадикон закинь на бидона. 15 стаков держу в курсе нормально. Сферы не уроняйте, сука. Вот, блять. На килесе эти сферы посыпятся, будет хуёво, блять. Если тебя хилит в этот момент, то, в принципе, там и 25 стаков нормально. Там 50 нормально. Если хилит. Килесит 3 секунды. Точечно по килесит, шары черные не сбиваем. Квадрат не уроните, блядь. Ну подбивайте, блядь, над двумя боссами, ну... Вы как бьете, блядь? Вы бейте вообще, чтобы они в потолке висели, они, блядь, не падали нахуй на 3 метра, блядь. Они мне макушку уже касаются, блядь. Из бомбы отходим. Больше урона там дамажьте. Пиздец. Беги, Седж, беги. 3 секунды, Валанар. Давайте как-то больше урона сейчас в двоих этих внести, блядь.
берсы 5 минут. Шары бейте как-то постоянно, чё они, блядь, туда-сюда. Хуярь прям нон-стопом. Вихрь массакра. Нету, что ли? Я понял, нахуй. Ложный где? Пиздец. Этот Вадикон Рианти. Рави стопу ресите. Ребят, медики, которые, блядь, палы там, бары, нахуй, отбегайте. Захилить. Каску лапу приступав быстрее, ложный прожми. Массакру дайте. Блять, почти сдыхают. Ну захильтесь. Ну пиздец, блять. Это я охуею, бафы, нахуй, у вас. Блять, просто нет слов, нахуй, сука. Шелфир на ману. Так, вихрь. Так, Рианти, встанешь. Захиливайте его. Еще гимны твои пригодятся еще. Вилани, давай там что-то это. Ну, дал тебе иннер. Вихрь. Там хуйня уже сейчас на Валандере добьем. Вихрь на Келесете. Там крест на Келесета падает бомба. РДДшники, бомбу поднимите, РДДшники. 7 секунд смена. Иди к Валандеру уже сейчас добьем. 5 секунд. Шары только бейте, блять, бомбы, кинетики. Оп, блинком, нахуй, почти до самых боссов. Хорошая раса, да? Да. Массакра, блядь. Я понял, блядь. Рейндж так-то от людей надо набирать, а Вилани. Плащик на танка, руки на танка и запы на хилла. Все, что надо для рейда. Одеть танка и хилла. Кому надо? Запы. Сагрите, если что, контролить, готовьтесь, а то на Вилане может стан дать тактик. Вот тебе и сагрил. Че, пойдешь бить? А я уступлю, мне вообще ни хера не надо. Ну че-то договорились о Виланию свичнуть, чтобы я похилил. Вдруг там получше на лане. Не знаю. ДЦ? Угораешь? Ты хочешь, чтобы я туда и поищу получал? Слушай, я не знаю, ну... Ты нахапала? Да не, не придумывайте, блядь.
За шкаф. Ну давай. Если, короче, сделаете 6 шкафов. Дам по 200 ИП. Давайте, короче, становимся сейчас в ряд, юзаем шкаф. И по откату, короче, это... Ну, короче, погоди, сразу же еще и получится. А он старый уходит, новый ставится. Нет, можно, 6 шкафов. Они, короче, ну, старый быстренько пропадет. Ага. Маги тебе, конечно, поставят, конечно, шкафы, с тобой что-то делить, лишнее ЕП тебе. Маги? Че тут маги? Вон локи, 3 лока. А локи тем более, блядь, это еще 2 лока. 3. Ну, пофиг. Да, зеленку пособираю. Ага. Че, Виланию свищем или кого? Или как? Или в 6 будем хилов просто? Да у Вилани приор есть, я могу почилить. Притом мне ни печеньки, ничего не надо. Так, ладно, давай. Поставьте порт. Так. Дайте маги еще порт. Так, Лингрен, тогда танканешь, я хильну. Что тут нового в двух словах? В двух словах ничего. На пакте просто 4 цели сбегают. А так все. Ничего нового. Мы в кучке стоим под жопой. Самое главное с тени вынести. Так, расставлять нас или нет? Блять, я вот не знаю, в 6 или в Иланию в ДД спекнуть, как вы думаете? Синтек. На спеку в ДД лучше, пусть на поезд даст. Давай в ДД Вилания тогда. Ладно. Так. Я не помню просто. Там, блядь, весь потом облился уже хилит. Гламурчен на звезде. Синтек. Кружке. Ой, блядь. Так. Где эта ёбаная хуйня, нахуй? Угольник. Она. Так, я в треугольнике. Все, ты, Костя, телепортнулся? Нет, люблю в ромбике. Бидон в луне. Дальше нам саппорты понадобятся, так что это самое. Так, что-то мне саппортов мало, блять. Дайте кто-то гильдбанк. Возьмется, нет, хуй знает. Это позиции меток на взлетке для хилов. К ним не подбегать, ни их не убивать. Все присты, все 4 на себя. Антифир перед пулом на себя. Маздиспел на фире, когда вы не фиряетесь, даете маздиспел, занимайте позицию свою. На первой взлетке Авилаша незыбку.
Так, кто там? Ну, кто-то с ретриков, это ММА придумайте. Значит. Чё еще там, блядь? Там после второй взлетки нужен тоже деф какой-то. На второй взлетке, значит, Лингрен на вихрь этот сокру. И Гламурчит после там продлеваешь. И Вилаши там по откату тоже незыбку даешь там на пакт. Там как раз на пакт должен откатиться, если 2 минуты. Да, он как сядет, будет пакт. Да, на пакт дашь. Этот. Где топа? Да тут я тут секунду сейчас смотрю. Ну а на второй взлетке, короче, этот, не люблю щиты на себя, сейф и на хп читаешь. Ну а на первой взлетке, я не знаю, там, это, спокойствие сдайте, короче, две совы. Как-то, я не знаю, просить шпшника читать. Значит, три гимна, ну, почему да. Нет? Да, просто пока он гимн читает, его убить может. Ладно, давай этот. Ранти и Shadow на первой взлетке будете на хп читать. Только убедитесь, что вокруг вас никто там бабуины никакие не прыгают, блядь. И, короче, давай еще засейвим их. Короче, Рарник этот каплю по Shadow, а Лингрен дашь по Ранти, чтобы их, когда они гимн читали, не убило. Масуху не кастовать? Или сначала масуху потом? Ты вихрь жмешь. Сначала масс диспел. Все. Вот, не люблю щиты, ты точишь на одного человека, то с тенями диспелит. Они масс диспел, потом еще что успеешь, может еще масс диспел дать. Ну там, скорее всего, не успеешь, там 2 ГКД всего. И это. И потом уже, вот как она взлетела, блядь, начала кастовать, ты уже вихрь сдаешь. Гимн. Вау. Пока вы там не пулите, я с рейда выйду, я здесь. Ага, давай. Так, СС мы скинем. СС, давай, ну... Блять, просто если укус... Давай по хилам. Давай мифик по Войду, Притон по Синтеку, Ляночка, давай по... Ну, давай по Рависту. Не, ну если укус упадет, это бесполезная хуйня. А мы сейчас в одном фрейме будем, да? Да. Окей. Все, все готовы, давайте. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Тени готовимся скоро. Ебаный логодром, нахуй. Я ебу просто, блядь. Как бы на меня тени не кинулись. Тени. На взлетке шалфертучку ебани там, как передашь там или что-то. Ну главное, чтобы... Я не готов. И Равис тоже себя там хинь дубовку дашь. Про Рависту, короче, кто там, вырубай каплю дашь, чтобы укус стопудово нас не упал. Ты ебал в рот нахуй такие лаги, блядь. Тени с фером. Тени, да. Обязательно сдиспелить этого Опа. Человека. О, Кош, нормально все. Нормально. Теперь укусы не проебать на взлетке. Я в какой метке я забыл, нахуй.
хильте. Так, я рискну Виланию. Где он, блядь? Кенни готов. Бой. Этот Равис треснул Виланию. Я побежал. Быстрее укуса? Ну, на Вилане поди укус был. Или что? А Вилане, на тебе был укус? Блять, я... Сука, просто я не знаю, что сказать нахуй. Ну, задпсим. Нет нахуй, рот ебать. А кто его кусал? Я инвизи был укусил. Дурачок какой-то нахуй кусал. Чё, шема в рейде нет, чтоб кусать, блять? Биг Дэм стоит нахуй с шеймом, вы кусаете Авиланию, блядь. Тени 5. РДД надо кусать? Кого кусать? Да. Первый поток. Массакры, вихри, все быстрее отдаем. Всю кулу. Падаем. Еще укус. Не, да пробую. Пробуем. Да, передавайте на. Отбежать. Тени вынести, тени. Нифиг. Геро? Да. Да, давайте. Бидон, лепит АТМ. Мы сейчас зависли. Ты бы у меня тени посмотрел, блядь, пиздец, лагина. Мне сейчас всё зависло, блядь, на 10. Убьёте. 15 секунд, 6 миллионов. 20, 2 секунды. Да, должны добить. Баблы готовьте, паладины, все, у кого есть. 15 секунд еще доберутся. 6 секунд. У меня 10. Да, успели. О, да, прикинь. Не зря зашел. Да, нормально. Да. Видишь? Ну, и печеньку я не буду ролять. Так. Гламурчин 50 нажимает на эту хуйню. Ты 10. И Рарник еще 50 нажимает. Так это поребай, наивный. Кто там шалфир выше? Че по щиту, слышите? Рарник, Гламурчин. Чё, Лингрен туда закинем? Да, Лингрен. Гламурчин не против? А чё, Рарник? Лингрен чаще витащит, просто давай ему закинем. Пицца, Лёха. Спасибо, можешь возвращаться. Пойди, я сейчас косик тут делаю. Бля, стоит брать печеньку, то Т5 мы уже закрываем потихоньку. Ну, блядь, ты посчитай, сколько мы еще туда будем ходить и сколько мы убивать будем. Чтобы... Ну, смотри, Бунибай сейчас будет тебя материть. Не хочу брать. Там прям 10-й или 100-й даже вас разделяют. Так, что ты говоришь, печеньку тебе надо, да? Так, погнали дальше. О, хил один здесь, а не два. Это пиздец, конечно, нахуй. Если бы у меня так не лагалось, так бы там где-то, блядь, внизу бы сидел, нахуй. Так это еще без учета сердца, а там сердце на каждом прокнуло по два раза. Эй, давайте не выебывай здесь. У меня столько же кадров, сколько у тебя. Сколько у тебя кадров, блядь? 5. Ну да, блядь, 5, а у меня один, 6. Нахуй. 3 кадра. Да надо аддона обновить, блядь. Наверное, что-то у меня тоже фризит. Так, давай я Виланию обратно. И давай в 3 хипала полетать, еще Бурибай дополнительно, блять. У меня вообще 3 кадра. Че, Хулидринка обратно идет, да? А он что-то там квест делает.
Ну, если надо, зайду. Ладно. Ну, иди, иди. Пускай Лингрид пока сидит тогда, что, все равно Лича надо проходку делать. Пусть это, сидит, ему проходку с Лича надо. Да. Я быстро комп влогну. В три хапала полетаете, короче. Я не знаю, ну... Чтоб ты понимал, ты на 3 ход... Ну, ты на 30 ходок меньше дал, чем я. Получается, ну, так... это просто вагон. Ну да, конечно, нахуй. Когда, блядь, ты бы посмотрел видео, нахуй, как я там играл, блядь, это пиздец. Сколько у нас укусов упало? 2? Да хуя. Пиздец вообще, бомжи, блядь. У нас 10 закусов было, у нас 116. Под конец. На 4 один упал, потом 3, 3 передали, 6 стало. Потом вместо 6 один еще умер и стало 5 и 5 передали. Получается 10 в конце было, да? Повелительница льда. Надо биликов заходить, да? Мне больше интересно, Войт, как ты умудрился травмой обычкой нахилить больше, чем буйным ростом? Я ебу, что ли, блядь? Не знаю, нахуй. Травма, видишь, она сама хилит. Она сама хилит. Ты буйный рост как используешь? Ты нажимаешь на босса и жмешь буйный рост, или ты на кого-то нажимаешь и используешь буйный рост? На кого-то. Ну, короче, если ты выберешь босса, то он ближайшие 6 целей будет исцелять, у которых меньше всего хп. Вот. Mm-hmm. Типа... Учи тебе игру. Ну, а типа... А если я на кого-то жму, то что, не так, что ли? Ну, никак. У него может быть фулл хп, и тогда один такт просто так потратится. Ну, у тебя появляется смарт-хилка на эрдру. Ну, смарт-ходка скорее. Я понял, что я нихуя не понял. Ну, он выбирает самых слабых. Да, буйный рост, он сам выбирает, кого исцелять, поэтому... Да, а я это... Я это и так знаю, что он выбирает самых вот. Просевших. Ну вот, поэтому надо либо без таргета рост кидать, либо босса. Что ты имеешь в виду босса? Если ты выбираешь, сам выбирал. Если ты выбираешь босса, ты даешь буйный рост в танка. Вот. Нет, и все. Ближайшие цели. Ну, блять. Если ты тыкаешь на босса, ты даешь цель босса. Там в радиусе танк. 15 метров. У танка здоровье больше, чем у ДД, и он его не будет. Короче, убить, ты такой интересный. А мы стоим где? Мы стоим. Один там, другой там, третий в Долоране, третий в ЗСе, да? Мы как стоим-то, блядь? Да, так мы и стоим. Мы стоим, блядь, пачкой в жопе, блядь. И он там по-любому будет хилить тех, кто самый просевший. Мы же не стоим 30 метров от босса, блядь. Это только на взлетке. Я честно, возможно, ДБМ врет. Но вот, если смотреть Лантель, то цели, которые хилил Войд, это сам себя, в первую очередь, на 232к. Да наоборот, блядь. Ну да, я тоже это вижу. Он себя хилил, а остальных такие, да ладно? Главное, чтобы я жил, да? Да, я не помню, нахуй. Если он сдохнет, то хилить-то некому будет. Все правильно, кто о себе позаботится лучше, чем сам. Правильно. Вот у нас поэтому Invisible и Авелания сдохли, потому что... Потому что Войд не захилил их, да? Стой, я бидон. Понял, блядь. Стой, бидон! Стой, блядь! Стой, запустишь босса! Ага. Авелания с Инвизиблом, блядь. Ни зыбки, ни панциря нету. Нихуя у пацанов, да, блядь, по себе дать? Да, они бичи, они просто я понял, не умеют. Invisible... Они в тебя поверили так-то. Mm-hmm. Натура, они в тебя поверили, доверились в твою жопу. А вы не видели, как я в кукле перемещался на профе, блядь? Как можно верить в такого, блядь, игрока, блядь? Пиздец, там логодром, блядь. Короче, я в хиле стоишь. Они надеялись на Синтек, а Синтек подвел. Так, в натуре кинул их нахуй. Короче, а это что, типа, самое... это аддоны обновить помогает, да? Ты потанчи с Эвилашей. Угу. Три хэпала полетаете. Синтек летаешь. И мы, короче, не люблю бидон, и я хилим втроем рейд. Синтек, летай с ними. Сейчас смотри, я тебе закину. А кого закину? Давай, похуй, вот так, этого. Бурибая, чтоб они у тебя в пати были, не знаю, удобнее, наверное, будет хотать. Так, дайте столик. Так, вот рыба. Что там синтек считаешь, блядь?
8 раз вот этот поцелуй прокнул, это значит 8 раз кого-то спас от смерти. Ты наебало сегодня, пиздёшь. Ага. Это лучше. Так, лево-право там разделили танки. Где топа? Тыкните шкаф. Ну, давайте Лингрен слева, Эвелоиша справа. Ну, конечно, вы даете, ребята. Дайте шкаф, 3 лока, прием, блядь, 6 шкафов, 200. Надо, да? Вот, мифик поставил, ничего не знаю. Ну, первый мифик. Хотел 6 шкафов, блядь, что у вас не получается. Так они не хотят участвовать в этой акции. А кто хилы? Получается, Бидон, не люблю щиты, да? Вот. Ты с двумя хэпалами полетаешь. С тремя. Ты с тремя хэпалами летаешь. Готов. Вот на гламурчине звезда будет. Я вижу. Так, буребай. Так. Ну и на тебе что-нибудь хуйня. Ну-ка. Косты не забывайте сбивать. Биг Дэм, Равист, ГЦ, блять, нормально, пацаны, чилят. Ладно, поехали. Будем напрягаться больше. Чужаки ворвались во внутренние покои, уничтожили серого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Толстый, смотрите. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Чё, подавление-то бить будем? Или что вы делаете вообще? Рейд, маги, нахуй, вот это кто бьет? World Flex. Как дела у тебя с тактикой? Вот, подавление убили, все. Почему вы толстого бьете? Сначала подавление бьется. Вы что, блядь? Равист, Биг Дэм что-то писали, я не видел в чате. Чё? Вроде молчали. Если так будет, блядь, всегда... Давление, блядь. Это хуёво будет. Валдернова сначала. А Валдернова, ребята. Теперь свечку. Ты в Лане что, не заходишь, что ли? Ничего не понимаю. Почему ты не заходишь-то туда? Блять, как вы играете вообще? Вилания? Сезжу. Чё за дела, блять? Ты не можешь подождать, когда сюда подойдет моб? Подавление. Вставай. У нас и так двух людей нету, блять. Играйте аккуратно. Верховного мага сначала, потом Валдернова. Там исторгающий вышел свеч. Авилания, прием. Порталы не проебывай. Во все заходи. Хилить будем до второго пришествия, блядь. Смотрите по количеству стаков, чтобы вас не разъебывало сильно. Сколько там? 19, вот уже аккуратненько себя захиливайте. А Вилания фул круг собираешь. Что там у тебя ты собрал? Сколько это я не вижу? 3 что ли, блядь, ты угораешь? В линии. Вылетать можете вместе, блядь? Вот у вас, допустим, гламурчин ведет, вы за ним летите, блядь. Что там за вакханалия у вас? В одного 3, блядь. Там за круг десяток стаков, блядь. Свечка. Thank you.
Вот уже прошибает прилично вас. Теперь смотри, Гламурчин, Бурибайн, кто-то по это. В начале круга стак словили и в конце. То есть просто зашли и обновили. А то вы до 40-то догоните, сдохните там нахуй. Берсатор минут. Да, тут ее нет. Здесь мова потом мощнее бьет. Или больше, ну, выходит. Больше выходит. Больше чаще. Давление. Дайте я вернусь бы еще. Этот, в цель Вальку выбери, шаду и гимн на ХП. То же самое Рианти давай. В цель Вальку и гимн на ХП. Я в воронке стою, всю ману проебал. Что, 92%? Стаки 10 секунд, должны, надо хили, нормально. Ну это вела не обрыть. Проебал порталы, нету хила нихуя. Ну, опять. У нас варов нет уже, да? Кому это надо, эта тренька? А че выпало? О, то есть не тренька, а кольцо. Плащ кастеровский. На шее еще? Да вроде нет. Штаны латные, ДДшные. Кольцо на ловкость. Пробивание брони крит. На дорогу зайду. Угу. За шеей. Ну, вроде никому не нужно. Ну, как сказать? Ну, как сказать? Ты же за ШП собрался играть. И играй на ШП. Ты же собрался мутика собирать. Какой мутик? С чего ты это делал? Ты говорил про мутика, что собрать. Вы такие хитрые жопы. Только сказал вам про комбат. А раз такие все сразу. Будем комбатом собирать, блядь. Так я за ШД играю. Не нужны перпобойки. Только без всякой хуйни. Давайте там, блядь, как-то по-тихому. Чтобы не было срача, блядь, из-за шмота. Опа, топ плащик выхватил. Не, ну хочешь, не соточку нашу. Да не, я заберу за 10. Че, так и продолжим, наверное. За 10. А меня, блядь, вообще там вока еще падает шея, блядь. Я так вот смотрел. Так что их будет больше РПБ. Да что ты? Так это у меня в спек как бы на РПБ. У тебя там инспект. Так, ты, наверное, разница, блядь. Танканешь, наверное, да, Лингрен с Вилашей? Давай. Хильну шестым. Бурибай тогда в ДДМ. Бурибай, я сейчас клык выпадет, это будет рофл. Так, тебе ж нужна, да, получается, оффхенд синдры? Причем у Вайдата ж самый большой приор на клык. Ну да, кстати. Так что смотри, решай. Или думаешь, танка шмота на сегодня хватит? А что, тебе Лингрен не надо клык? Не, ну лишним не будет. Да, Войд в будущем две тринки сока ЗС полутает и все. Они получше будут. ОКЗ, не, да, клык надо все равно. А, клык не то, что как бы надо, чтобы он в сумке лежал на определенных боссах. Пошли, заходим. Чего стоять?